Удобрение «Агромастер» – залог стабильного урожая. 22 марта 2021 года для успешного выращивания сельскохозяйственных культур необходимо их регулярно подкармливать питательными веществами. Комплексное удобрение «Агромастер» – универсальное средство для поддержания и стимуляции роста растений. Химический состав серии производителя препарата включает в себя содержание полезных химических веществ и микроэлементов, которые рекомендуется применять для развития вегетативной массы в целях подкормки при созревании и росте плодов при посадке и образовании завязи, в период вегетации цветочно-декоративных культур для подкормки и лучшего созревания плодово-ягодных культур. Продается в виде порошка, из которого готовится питательный раствор для подкормок. Состав микрокристаллического удобрения содержит необходимый сельскохозяйственным культурам комплекс основных и вспомогательных веществ. Азот, оксиды калия, фосфора, железа, цинк, хелат марганца, магний, молибден, бор, медь, оксид серы. Содержание и пропорции каждого из элементов и способ применения препарата указан на упаковке. Например, если на упаковке значится 20-20-20 порошок содержит равное количество азота, фосфора и калия, а 13-40. 13, что в нем 13% азота, 40 фосфора, 13 и калия. При выборе разновидности удобрения с его полным химическим составом можно ознакомиться в таблице «Удобрение Агромастер» фасуется в пакеты от 100 грамм до 1 кг или в мешке от 10 до 25 кг. Применение удобрения Агромастер. Препарат используется во время опрыскивания почвенного полива, фертигации или на гидропонике для подкормки корней листьев, стимуляции роста. Универсальное средство используется садоводами на разных этапах развития растений, после посадки для укрепления и развития корней. В период цветения и образования завязи, для роста в период плодоношения. Для овощей, травы, выращиваемой в качестве газона, рекомендуется разводить раствор из расчета 10-20 грамм на ведро воды и использовать его для корневой подкормки от 4 до 10 литров на 1 квадратный метр, для листьев от 1 до 1,5 литров на 10 квадратных метров. Подкормка в открытом грунте осуществляется после высадки растений от 3 до 5 раз через каждую декаду. Клубнику, землянику удобряют с начала периода цветения до созревания спелых ягод. Для плодово-ягодных культур доза в 2 раза больше, обработка начинается весной после возобновления вегетации и также проводится подекадно. На больших полях с капельным поливом используют раствор, содержащий от 2 до 5 кг препарата на 1 гектар для коррекции минерального питания, стимуляции роста и созревания сельскохозяйственных культур. В теплице корневая подкормка осуществляется через 7-10 дней, а в зимний период по 1 разу в месяц. При выращивании методом гидропоники используют раствор, содержащий 1-2 грамма порошка на 1 литр воды. Полезные советы: не превышайте указанную на упаковке дозу для приготовления раствора, чтобы не снизить полезный эффект, старайтесь не проводить обработку растений при ветре, в дождевую погоду или при палящем солнце, приготовленная из удобрения рабочая смесь пригодна к обработке в течение не более 1 суток. Храните приобретенный препарат Агромастер в темном, сухом, прохладном помещении. Сохраняйте герметичность упаковки. Преимущество по сравнению с другими видами удобрений растительности агрохимикаты серии Агромастер имеет ряд несомненных достоинств. Оптимальный химический состав без вредных примесей, простота приготовления раствора отлично растворяется, не оставляет осадка. Возможность обрабатывать растения опрыскивателем или путем добавления в воду при обычном или капельном поливе, универсальность, многофункциональность. Правильно подобранный вид серии препарата используется от начала роста корней до плодоношения. Применяется на овощах, плодах, ягодах, цветах, деревьях, пригодно для выращивания культур на гидропонике, хорошая совместимость с используемыми гербицидами, пестицидами, гарантированно повышает урожайность, ускорит созревание и качество плодов, повышает устойчивость против грибковых заболеваний, заморозков. Агрономы подсчитали, что применение агрохимикатов серии Агромастера позволяет сэкономить в 2-3 раза финансовые средства по сравнению с аналогичными видами порошковых и жидких удобрений. При этом сохраняется высокая эффективность в созревании, сохранности плодов от воздействия вредителей и болезней растений. Удобрения компании «Агромастер», изготовленные на отечественных заводах по производству агрохимикатов, на протяжении десятилетия прошли
практическую проверку российских садоводов, фермеров, крупных сельскохозяйственных производителей. Научные специалисты компании на основе проведенных исследований разрабатывают и внедряют оптимальные формы содержания основных химических веществ и микроэлементов в удобрении, добиваются улучшения защитных свойств растений, повышения качества урожая. Использование новых технологий качественного сырья и отзывов клиентов обеспечили создание целой серии удобрений, приносящих большую пользу на протяжении всего вегетационного периода. Химический состав серии производителя препарата включает в себя содержание полезных химических веществ и микроэлементов, которые рекомендуется применять для развития вегетативной массы, в целях подкормки при созревании и росте плодов, при посадке и образовании завязи, период вегетации цветочно-декоративных культур, для подкормки и лучшего созревания плодово-ягодных культур. Продается в виде порошка, из которого готовится питательный раствор для подкормок. Состав микрокристаллического удобрения содержит необходимый сельскохозяйственным культурам комплекс основных и вспомогательных веществ: азот, оксиды калия, фосфора, железа, цинк, хелат марганца, магний, молибден, бор, медь, оксид серы. Содержание и пропорции каждого из элементов и способ применения препарата указан на упаковке. Например, если на упаковке значится 20-20-20 порошок содержит равное количество азота, фосфора и калия, а 13-40. 13, что в нем 13% азота, 40 фосфора, 13 и калия. При выборе разновидности удобрения с его полным химическим составом можно ознакомиться в таблице «Удобрение Агромастер» фасуется в пакеты от 100 грамм до 1 килограмма или в мешке от 10 до 25 килограмм. Применение удобрения Агромастер. Препарат используется во время опрыскивания почвенного полива, фертигации или на гидропонике для подкормки корней и листьев, стимуляции роста. Универсальное средство используется садоводами на разных этапах развития растений, после посадки для укрепления и развития корней, в период цветения и образования завязи, для роста в период плодоношения. Для овощей, травы, выращиваемой в качестве газона, рекомендуется разводить раствор из расчета 10-20 грамм на ведро воды и использовать его для корневой подкормки от 4 до 10 литров на 1 квадратный метр, для листьев от 1 до 1,5 литров на 10 квадратных метров. Подкормка в открытом грунте осуществляется после высадки растений от 3 до 5 раз через каждую декаду. Клубнику, землянику удобряют с начала периода цветения до созревания спелых ягод. Для плодово-ягодных культур доза в 2 раза больше, обработка начинается весной после возобновления вегетации и также проводится подекадно. На больших полях с капельным поливом используют раствор, содержащий от 2 до 5 кг препарата на 1 гектар для коррекции минерального питания, стимуляции роста и созревания сельскохозяйственных культур. В теплице корневая подкормка осуществляется через 7-10 дней, а в зимний период по 1 разу в месяц. При выращивании методом гидропоники используют раствор, содержащий 1-2 грамма порошка на 1 литр воды. Полезные советы: не превышайте указанную на упаковке дозу для приготовления раствора, чтобы не снизить полезный эффект, старайтесь не проводить обработку растений при ветре, в дождевую погоду или при палящем солнце. Приготовленная из удобрения рабочая смесь пригодна к обработке в течение не более 1 суток. Храните приобретенный препарат Агромастер в темном, сухом, прохладном помещении. Сохраняйте герметичность упаковки. Преимущество по сравнению с другими видами удобрений растительности: агрохимикаты серии Агромастер имеют ряд несомненных достоинств: оптимальный химический состав без вредных примесей, простота приготовления раствора, отлично растворяется, не оставляет осадка, возможность обрабатывать растения опрыскивателем или путем добавления в воду при обычном или капельном поливе, универсальность, многофункциональность. Правильно подобранный вид серии препарата используется от начала роста корней до плодоношения. Применяется на овощах, плодах, ягодах, цветах, деревьях, пригодно для выращивания культур на гидропонике, хорошая совместимость с используемыми гербицидами, пестицидами, гарантированно повышает урожайность, ускорит созревание и качество плодов, повышает устойчивость против грибковых заболеваний, заморозков. Агрономы подсчитали, что применение агрохимикатов серии Агромастера позволяет сэкономить в 2-3 раза финансовые средства по сравнению с аналогичными видами порошковых и жидких удобрений.
При этом сохраняется высокая эффективность в созревании, сохранности плодов от воздействия вредителей и болезней растений. Удобрения компании «Агромастер», изготовленные на отечественных заводах по производству агрохимикатов, на протяжении десятилетия прошли практическую проверку у российских садоводов, фермеров, крупных сельскохозяйственных производителей. Научные специалисты компании на основе проведенных исследований разрабатывают и внедряют оптимальные формы содержания основных химических веществ и микроэлементов в удобрении, добиваются улучшения защитных свойств растений, повышения качества урожая. Использование новых технологий качественного сырья, отзывов клиентов обеспечили создание целой серии удобрений, приносящих большую пользу на протяжении всего вегетационного периода.